Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. В Центре общественного контроля ЖКХ будет работать горячая линия по открытым люкам. С сегодняшнего дня жители города и области могут сообщить об открытых люках и опасных участках, на которых проводятся ремонтные работы, но они не огорожены в соответствии с требованиями безопасности. О нарушениях можно сообщить с 9 утра до 3 часов дня по телефону 38 14 77, а также в группе Центра общественного контроля ЖКХ ВКонтакте. Вся собранная информация будет направлена в органы самоуправления для принятия соответствующих мер. Работа горячей линии, отмечу, связана с трагедией, которая произошла в Петропавловске-Камчатском. Там трое детей погибли, упав в кипяток у теплотрассы. Дайджест недвижимости. Для переселенцев из аварийного жилья построят 500 квартир. О планах на этот год заявил замглавы администрации города Роман Морозов. Кроме того, сейчас проводится сбор заявок на участие в электронном аукционе на строительство дома для сирот в микрорайоне Лингасово. При этом сдать его должны не позднее декабря этого года. Еще два дома планируют построить на улице Зеленина. Дайджест недвижимости. Вторичное жилье дорожает. Цены поднялись на все виды вторички. По данным бизнес-новостей, в Кирове студии за прошедший месяц подорожали на 1,41%. Сейчас они стоят порядка 44 400 рублей за квадрат. Самый большой рост, почти 2,5%, показали четырехкомнатные квартиры. За квадрат просили в среднем 45 200 рублей. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 1,84%. Их стоимость рассчитывалась, исходя из 45 500 рублей за квадрат. Средняя же стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Кирове повысилась до 43 998 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.